Вы смотрите городские новости «Челябинск в деталях». В студии Вячеслав Ватутин. Здравствуйте. Микрорайон Славино против птицефабрики «Рависк». К активистам обратились местные жители с просьбой помочь решить данный конфликт. По их словам, на протяжении 5 лет предприятие душит небольшое население поселка нестерпимым запахом отходов своего производства. Местные жители говорят, чаще всего выбросы происходят ночью, а под утро весь микрорайон начинает нестерпимо благоухать. А бывает, воняет прям вот такой трупный запах. Да. Бывает, воняет прям вот пометом, каким-то силосом, каждый раз по-разному. Но вонь стоит вообще невозможная. Горелым пером. Вот да. Особенно тяжело пришлось жителям Славино в жару. Говорят, невозможно было открыть окна. Те же, кто рискнул это сделать, потом страдали от приступов головной боли. Люди и сознание теряют. Тут мамаши писали, что у них дети просто на самом деле и тошнит, и рвота, и блевота, и все летит. Птицефабрика «Рависк» располагается в 2 километрах от жилых домов. И, по словам жителей, от отходов производства они страдают уже 5 лет. Не раз обращались в прокуратуру и Роспотребнадзор. Но приходило заключение, что с выбросами все в норме. На свою проблему южноуральцы пожаловались экоактивистам. Те незамедлительно выехали на место, где обнаружили неприглядную картину. Запах нереальный, и вот мухи, то есть они облепили сразу, мы подъехали в машину. Вот мы отъехали от того поля, куда вывозят птичий помет, буквально проехали километры. Вот посмотрите, здесь вот видны жилые дома микрорайона Славино. То есть расстояние небольшое, порядка 2 километров. И понятно, что особенно в жаркие дни весь запах накрывает весь микрорайон. Как выяснилось, общественникам эта история знакома. Сюда не выезжали ни раз и фиксировали нарушения природоохранного законодательства. Активисты в очередной раз отправили обращение в надзорные органы. Жители надеются, что хотя бы сейчас это приведет к какому-то положительному результату. Наталья Кудряшова, Урал-1. Новости одной строкой, информационный обзор прямо сейчас. Учиться, клубиться и жениться разрешено. Губернатор Алексей Текслер снял в регионе очередные ковидные ограничения. С 19 августа разрешены массовые мероприятия – зрелищные, публичные, спортивные – на открытом воздухе и в помещениях. Но с ограниченным числом участников – это треть от вместимости здания и с оглядкой на Роспотребнадзор. Возвращаются к жизни образовательные учреждения и детские игровые. ЗАГСам разрешено приглашать в зал не только мам, пап и молодоженов, но еще и гостей в разумном количестве. С 1 сентября после 5 месяцев простоя в Челябинске откроются кинотеатры. Рециркуляторы не в каждом классе, а не меньше 2 на этаж. Областное Минобразование рассказало, какие санитарные нормы в условиях пандемии установлены для челябинских школ. Превращать кабинеты в стерильные операционные не требуется, и бремя покупки оборудования не должно ложиться на родителей. Рециркуляторы, термометры и антисептики школы приобретают сами. Впрочем, для этого им приходится перекраивать бюджет, например, частично отказываться от покупки оборудования или учебников. Уже сегодня в школах есть необходимый санитарный минимум. В ближайшее время они получат дополнительные средства для пополнения запасов. Списки медиков и педагогов для вакцинации от коронавируса составляют на Южном Урале. Дело это сугубо добровольное. 12,5 тысяч доз, которые поступят в регион в сентябре, это всего лишь 0,4% от числа жителей Южного Урала. Поэтому в приоритете будет вакцинация медиков. Часть представителей профессии уже переболела. Другие своими глазами видели, как вирус действует на пациентов. Поэтому они соглашаются на прививку куда охотнее, чем коллеги по группе риска – педагоги. Учителя и воспитатели в очереди на вакцинацию вторые. Проходить она будет в 2 этапа с интервалом в 21 день. После второй прививки обещают иммунитет от ковида на 2 года. Зеленый оазис около ТРК «Космос» назвали лучшим в Челябинске. На Южном Урале подвели итоги конкурса «Клуб». Гран-при достался уютному скверу со скамейками, фонарями и стильными клумбами на улице Чечерина. Золотая медаль ушла администрации Тракторзаводского района Челябинска и подрядчику с неплохим художественным вкусом. Он создал в парке Терешковой 100-метровую клумбу «Космос» из 16 тысяч кустов петуний. Серебряную медаль получила клумба «Джаз» с бронзовыми лягушками. Она раскинулась на набережной вблизи органного зала. Претендентов на бронзу оказалось сразу 2 – клумбы на улице Байкальской и на Новоградском проспекте. Модников оставили без обуви. Челябинские таможенники совместно с пограничниками пресекли крупную поставку немаркированной обуви. 65 тонн контрафактных кроссовок Balenciaga, Calvin Klein, Jordan и других брендов. Вот это содержимое 6 грузовиков, следовавших из Алма-Аты. Фуры остановили на границе с Казахстаном. Десятки тысяч пар обуви без обязательной маркировки планировали доставить в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Тольятти, чтобы там продать тем, кто хочет похвастаться брендовыми обновками, купленными за 2000 рублей.
Большую часть составили контрафактные кроссовки Calvin Klein, Jordan, Echo, Adidas, Reebok и Nike. Всего около 67 тысяч пар контрафактной обуви. Предварительный ущерб составил более 128 миллионов рублей. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел. Виновным может грозить лишение свободы до 2 лет со штрафом до 300 тысяч рублей. В Челябинской области полицейские продолжают искать нарушителей режима труда и отдыха. Для этого на выездах из крупных муниципалитетов и на федеральных трассах проводятся сплошные проверки междугородних автобусов. Нарушение водителями режима труда и отдыха становится причиной многих дорожно-транспортных происшествий с серьезными последствиями. Также немалую лепту в печальную статистику вносит техническое состояние пассажирского транспорта. Этим болевым точкам сотрудники ГИБДД во время проверки уделяют повышенное внимание. Выявлено свыше 170 нарушений водителями автобусов. В том числе 4 факта нарушения режима труда и отдыха водителей. 48 автобусов эксплуатировались с различными техническими неисправностями. 2 автобуса без технического осмотра. В отношении должностных и юридических лиц, ответственных за эксплуатацию автобусов, возбуждены дела об административных правонарушениях. В Челябинске состоялось специальное гашение почтовой новинки, посвященной 60-летию полета собак в космос. На карточке изображена скульптурная композиция «Белка и стрелка», которая расположена в детском парке имени Валентины Терешковой. Вот, друзья, смотрите, такая челябинская открытка, которая разойдется по всему миру. Инициатором создания такой открытки стал участник Челябинского общественного движения Дмитрий Филиппов. Говорит, тема космоса тесно связана с Южным Уралом. У нас очень много предприятий на территории Челябинской области, которые в структуре Роскосмоса. У нас есть, готовят специалистов для работы на этих предприятиях. У нас очень мощная астрономическая, база. У нас есть люди, которые профессионально занимаются, всем этим. У нас ракетный центр на территории Челябинской области. На почтовой карточке изображена скульптурная композиция «Белка и стрелка», точь-в-точь такая, как в детском парке имени Валентины Терешковой. Презентация прошла в областной универсальной публичной библиотеке. Здесь же состоялось и специальное гашение. Я хочу прямо микрофон поближе поднести, чтобы услышать это. Чпок. Да, правильно ставим. И, внимание. Тираж новинки – 5000 экземпляров. В изготовлении космических открыток региональное управление Почты России принимает участие не первый раз. В списке галактической темы уже множество почтовых карточек. Год назад мы выпустили почтовую карточку «Малая планета», Челябинск. И я думаю, никто не знал тогда, что в космосе есть астероид, который присвоен имя Челябинска. Вот. Потом в феврале месяце мы выпустили почтовую карточку, посвященный 7-й годовщине падения метеорита, который упал на нашей территории. В Дню космонавтики была выпущена почтовая карточка. И, в общем-то, вот такие вещи в последнее время мы выпустили сегодня. Мы выпустили «Белку и стрелку». Сейчас открытка поступила в продажу в крупные почтовые отделения Челябинска. Стоит она 32 рубля. Руководство уверено, тираж разлетится моментально, пополнив коллекции филателистов. И уже в скором времени, по словам Владимира Образцова, новинка станет раритетной. Наталья Кудряшова, Дмитрий Пищулин, «Урал-1». Без комментариев и лишних подробностей, новости одной строкой прямо сейчас. Классное руководство – это звучит на 5000 рублей. С 1 сентября челябинские учителя начнут получать прибавку к зарплате. Вводится она по всей стране. Федеральную доплату за классное руководство анонсировал президент Владимир Путин. На Южном Урале 5000 рублей к окладу ежемесячно будут получать почти 18 тысяч учителей. При этом ранее установленные региональные выплаты тоже сохранятся. Ввести в школах курс медицинской грамотности предлагает Общественная палата России. Авторы проекта ссылаются не только на ситуацию с распространением коронавируса, но и в целом на низкий уровень понимания природы вирусных заболеваний. При этом часть курса нужно посвятить вопросам профилактики, в том числе способам немедикаментозного укрепления иммунитета. То есть объяснить школьникам базовые понятия правильного питания и ЗОЖ. Представители Общественной палаты считают, что курс медицинской грамотности не обязательно должен быть отдельным предметом. Его вполне можно включить в программу уроков ОБЖ.
С театром на прогулку приглашает горожан «Челябинская драма». Актеры нашли оригинальный способ общения со зрителями. Сцену и зал заменят улицы города. Название пишет экскурсии, говорит само за себя. Театр драмы 100 лет вместе с городом. Первая прогулка пройдет уже в эту пятницу, 21 августа. Место встречи – угол дома номер 28 на улице Цвилинга. Маршрут короткий, исключительно по центру города, максимум на час. Краевед Александр Краснов расскажет, как театр превратил Челябинск в культурный центр, что исполняли артисты драмы на фронтах Великой Отечественной войны и кто проживает в доме артистов по улице Воровского. Впрочем, экскурсия эта будет платной. Билеты продаются в кассах театра и стоят 150 рублей. С 1 и по 13 в Новый год не будут отдыхать челябинские труженики. Федеральное министерство труда опубликовало график всероссийских зимних каникул. Продлятся они ровно 10 дней, с 1 по 10 января включительно. Два дополнительных дня появятся за счет того, что 1 и 8 января выпадают на пятницу, после чего следуют официальные выходные. Но 31 декабря уходящего года будет рабочим днем, несмотря на мольбы и стенания граждан. Напомню, во время всеобщей самоизоляции вовсе звучали предложения сократить январские каникулы, чтобы компенсировать простой экономике в апреле и мае. Умный стол для школьников изобрели в Челябинске. Интеллектуальная мебель помогает ребенку держать правильную осанку за партой. Сейчас идет доработка деталей, а уже через полгода ноу-хау поступит в южноуральские школы. Изобретение студентки Юргу одним из первых увидел наш корреспондент. Когда ребенок сидит правильно, его центр тяжести находится в определенном месте. Но как только ребенок принимает неправильную позу, то центр тяжести смещается в определенное положение. И в таком случае система отправляет ребенку импульсы в виде вибрации. Умный стул запоминает положение сидящего и следит за осанкой, исключая искривление позвоночника. Чтобы интеллектуальная школьная мебель запомнила правильное положение, специалисты проводят калибровку. На данном этапе мы интегрировали 4 тензометрических датчика в типовой школьный стул и создали программу, которая принимает эти данные, и идет расчет алгоритма. Соответственно, мы знаем, оказывая определенное давление на стул, что и в какой позе находится ребенок. На разработку ушло около полугода. Автор идеи, студентка ЮРГУ, уверяет, подобного в России еще нет. Сначала, конечно, была идея, то есть как разработать это именно со стабилометрией. То есть аналоги похожие есть, но они с одним датчиком, допустим. Здесь же немного другой подход, который ранее не применялся. Сейчас система проходит постоянную корректировку. Скоро разработчики начнут механическую сборку. После этого хотят запатентовать и внедрить в южноуральские школы. Планируется, что после этого данные из каждого стула будут фиксироваться в сетевом городе и специальном приложении. Изучить их родители смогут в любое время в режиме онлайн. Вячеслав Ватутин, Дмитрий Пищулин, Урал 1. Хоккейные баталии не состоятся. «Трактор» отменил розыгрыш Кубка губернатора Челябинской области. По сообщению пресс-службы «Черно-белых», решение принято в связи с отказом нескольких гостевых команд и случаями коронавирусной инфекции в самом «Тракторе». Коллегиальное решение клубов также ориентировано на стартующий через 2 недели регулярный чемпионат КХЛ. Поэтому было принято совместное решение минимизировать риски. Во избежание вспышек COVID-19 за время до начала первенства будут максимально ограничены посторонние контакты игроков, тренеров и персонала. Также об этом говорится в сообщении. На Алом поле семья трюкачей поставила стенд со скакалками. Теперь, чтобы попрыгать на свежем воздухе, достаточно прийти на площадку и безвозмездно воспользоваться спортивным инвентарем. Главное условие – вернуть его обратно. Наш корреспондент продолжит тему. Мы установили стенд со скакалками, где каждый желающий может взять для себя подходящую ему по длине скакалку и попрыгать. Такая идея Максима Кастандова посетила во время собственных тренировок. Когда челябинец упражнялся на свежем воздухе, к нему часто обращались с просьбой позаимствовать скакалку. С одной стороны, хочется дать другим людям возможность тоже позаниматься, но с другой стороны, у нас время ограничено. И мы решили сделать стенд, чтобы люди могли автономно, без нашего участия, этим заниматься. И, соответственно, это очень востребовано оказалось. Именно здесь, на Алом поле, Максим тренируется чаще всего. Это место выбрал и для своего благотворительного стенда. В центре города высокая проходимость, значит, и бесплатные скакалки будут пользоваться популярностью. Были опасения, что спортинвентарь начнет пропадать. Однако за неделю ни одного случая кражи. Тут контингент такой, что она должна простоять, долго, по моим предположениям. Хотя
в комментариях люди очень скептически к этому относились. Пока я вынужден их разочаровать. Челябинцы от внезапной спортивной поддержки в восторге. Я считаю, что очень хорошо. Я пришла с внучкой, она уже попрыгала. Смотрю, дети подходят с мамами. Мамы прыгают, дочки прыгают. Все вешают на место. Это пилотный проект. Если он себя оправдает, Максим готов установить такие стенды и на других тренажерных площадках города. Инна Львошина, Вячеслав Ватутин, Владимир Котегов. Урал-1. Вы смотрели городские новости «Челябинск в деталях». Я же с вами прощаюсь. До встречи на Урал-1. Одежда ведущих предоставлена салоном «Манго Мэн».